Сегодня общая изношенность системы МУП-водоканал составляет более 70%. Ситуацию называют катастрофической. Каждый день в аварийно-диспетчерскую службу водоканала поступает по 100 звонков по вопросам воды. Люди жалуются на отсутствие напора и на частые аварии. Причина – изношенность труб. Значительная часть сетей проложена в 50-х, 70-х годах прошлого века. Запас прочности давно исчерпан. Пройдена точка невозврата. В городе 60 участков, где трубы нужно или перекладывать, или капитально ремонтировать. Начиная с 2010 года по причине износа произошло более 14 тысяч аварийных ситуаций. В мэрии считают, на ремонт нужно не менее 65 миллиардов рублей. Несмотря на то, что мы неоднократно совместно с республикой инициировали разработку федеральных программ для модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, сегодня существует только программа 60+ для городов с износом более 60% и населением до 500 тысяч человек, к которым мы, как город-миллионников, к сожалению, не попадаем. Водоканал разработал новую инвест-программу на 7 лет, и в ее рамках сегодня Казгордума утвердила новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. С 1 июля следующего года ежемесячная плата в расчете на одного человека вырастет на 107 рублей. Но при среднем потреблении воды на 62 рубля. Пока же тариф на воду в Казани один из самых низких среди других городов-миллионников. То есть мы принимаем тариф на 3 года, и имея уже эту программу, эти деньги, мы можем у любого банка объявить конкурс и получить деньги на это решение инвестпрограммы. При этом малообеспеченные слои населения, уверяют в исполкоме, будут защищены. Госкомитет по тарифам разработан проект постановления Кабмина, который предусматривает дополнительные меры социальной поддержки потребителей коммунальных услуг в целях соблюдения установленных предельных индексов. Депутаты поддержали инвестиционный проект. Прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшиеся? Решение принято. Депутаты будут следить за целевым расходованием полученных средств. До 2028 года в Казани намерены отремонтировать 60 объектов водоканала. Улучшение почувствует почти каждый третий многоквартирный дом в городе, обещают в мэрии. Рамиль Шайдуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.